Антоха, подъем. Давайте потихоньку трэшик пуляем, блядь. Егор, скинь там покаяние в какого-нибудь одного ублюдка вот это. И всех остальных слава собирай. Давай. Все, все. А я хорош, блядь. Красавчик. Просто лучший. Это сильно было. Собирайте их всех сюда, сводите. Не надо в Долоран с ними нахуй убегать, блядь. Пацаны, вы что там делаете? Раздайте им контроль, там шип, блядь, какую-нибудь хуйню, блядь. А этих троих бьем. Вот того сзади законтрольте черепа. Скинь покаяние, срез нахуй у него чарж. На, сука, блядь. Нормально. Даже если бы не в него, я же в Thunderclap сразу-то. Какой покаяние? На него диван надо было вешать, чтобы не сработало. Мне вот это нравится, ему въебал дизарм, он крутится, ему похую ебать. Он кулаками все. Как Супермен. Там за хуйню. Так изменений, блядь. Уважаемые игроки, небольшое обновление черного рынка, добавлю новый питомец, ездовое животное, некоторые космические. Нахуй оно нам всралось, блядь. Настройте все, чтобы работало, блядь, по человечески, нахуй. Лошадка. Где? Тебе надо такое? Надо кому-то, нет? Выглядит секс-апельно. Выглядит секс. Так, я на Диса, да? Даже. О. Меня за МК, что ли? Да. Так, кто у нас с энчантом тут? Литературе тебе дам, распылишь. Отставил срезы, тебе дофига. Я в контроле бегаю, жезлом херачу. What the fuck? Серьезно, противник. Ты серьезно. Мне кажется, этот моб не умеет PvP. В литературе получил наплечник и невзгод по неизвестной причине. Угу. Так-то все логично, но немножко непонятно. У меня там подвязки просто. Нашел на пятихаточку ГП? Нет. Как говорится, стык таких друзей и в музей. Да, да. Вот так вот. Все понятно с вами. Все понятно. Я знаю, с тобой, Лёх. Я знаю. Не сын. А что ты? 4 куска делал, что-то еще, что у тебя, да, так и там левел взлетел, блин. Рудя. Да сарафан какой-то еще подогнали. Я хуй его знает, блядь. У меня вон 3 не 200-я синяя есть. Она дает и там левел и бейшин. Мы шею мне выбивали 226-ю, плечи я делал 226-ю. Че еще, блядь? Ну нормально, блядь. Нормально. Так мы будем еще просто грудак зачарить. Спускаемся все вниз. Так, я сапаю, получается, звезду. Пиромант, это хуйня. Егор, ты скидываешь контроль. Вот в эту хуету, в печеньку. А остальных просто пиздим, блядь. Все тут. Чек даю. Сейчас подойду 30 секунд. Иду.
иду. Все. Вот этого рогу, вара и огненного педрилу пиздим. Пиромант этого пиздим. Остальных кливаем. По звезде, печеньки, волшебник Элой, готовьтесь там шип обновить. Немат. Звездочку, мораль, гриб. Когда? Я мага грибу. Любой кто-нибудь грипните его в рейд, чтобы остальные не согрелись, а потому овцу держите. Тяните того. То же самое, я сапаю звездочку. Сейчас, Егор, покаяние в печеньку. Волшебник, шипаешь ромб. Остальных убиваем. Так, я подхожу сапать. Все, остальных вынимаем сюда, убиваем. Мораль, потом ромб сюда. Обновите быстро по пироманту. Ладно, убиваем его. По пироманту играем, остальных кливаем. Сало ему суйте по КД, бля. Тяни сюда звездочку. По печеньке артстайл, как слетит контроль, обнови покаяние. Ромбик тяните. Сало ему всуньте, блять. Не Матудов. Он не Матудов. Это понятно, что да, у меня тоже висит. Все этого теперь тянем, набиваем ему ебало. Так, сейчас теперь я просто опять расставлю. Я сапаю звездочку. Егор, скидываешь контроль в печеньку. Волшебник, шипаешь ромб. Так, как сапну скажу. Поехали. Тяни этот ромб. Арстал печеньку по этот обнови контроль. Оба мага, звездочка и получается череп, контроль подержите. Тяните кого-нибудь.
Одного. Я уже тянул первого ромбаху. Череп тяните в рейд. Обнови Егор по звездочке, там, если что. Стандайте и убиваем. Сейчас пулю моба вот этого правого. Смотрите, аккуратно, кого-то одного сейчас притянет, он полетит туда к боссу. Не сагрите босса, в другую сторону аккуратно отходим. Давай, пуляй. Вот, мораль, аккуратно там. Все то же самое, это такой же, как на входе. Бьем, вылезет моб, свич в моба, потом убиваем его. МК кого возьмет? Малыш, бесстыж, по КД стоишь, на нем держишь смерч до конца. Вот, агониста взял. МК сразу этот смерч в него по КД и держи его до конца, пока не отпустит. Моб вышел, в моба играем. Смотрите аккуратно, не запульте босса, отойдите чуть-чуть с мобом сюда. У кого есть горка, я сейчас поставлю каждый за себя, соберите сарани. Потом в ГБ закинете. Опа, блядь. Красиво дает, ебать. То же самое, пуляйте босса. Ой, босса, моба, блядь. Как вылезет этот тип, сразу свич в него. Пойди, Миша, собери, там же тоже руда есть. Да не должен. В мова свич. Все в череп. Контроль, контроль, контроль. Смерть, чем его контролем, чтобы его нельзя было убить. Бай, просто 3 стака сарани-то нахуй, блядь, с подхода. Контроль по роге. Охуенно, блядь. Гениально, блядь. Просто, блядь. Это было лучше. Это IQ 700, нахуй, блядь. Что сделали? Рога выбежал с рейда, ему дали контроль, нахуй, блядь. Кто-то взял его, нахуй, грипнул обратно, блядь. И убили. Какой это был гений ДК, скажите мне, пожалуйста. Женёк! Женёк, перст падает на тебе, ну, первое подозрение на тебе. Он в огре, нахуй. Тогда, блядь, получается, не Женёк, нахуй. Да я думал, он спадёт в хиловую разваливать. В огре. Ставь шкаф. У Женька есть алиби. А, смотри, ставь шкаф. Сумоньте рогу и сумоньте Женька. Ешьте все рыбу.
Да нахуй не надо, Егор, тем более у нас один лук всего. Срежь, спекайся в ДД. Я готов. Смекалка или кто-нибудь, кто там сможет поанонсить эту хуйню, выбегаем, забегаем. Чтобы люди сами смотрели. А? Боимся опасить. Нужны люди, чтобы сами все смотрели. Давай поанонсим, не сложно. Я понимаю, что люди там должны сами, блин. Но мне не хочется 2 часа смотреть, пока люди сами поймут, что происходит. Ты обнови тактику, потому что тут были те, которые не были тут. Войд, у тебя ассист есть, поставь метки. Там одно можно, похуй. Че, так же хилы в боссе будут? Че, релогнусь. Нахуй ты груди сотку уебал? А че-то у него этот спам-машина включилась. Какая да спам-машина? Мне это похуй. Давай еще. Думаю, живу не похуй. Давай, мне похуй. Вообще, пизды прям. Даже две руки. Не занимайтесь хуйней, мы время теряем. Слава, поставь метки, или ты срез поставь. Артём, ты стоя. А мне вообще в рот ебать это ГП. Ну, так может ты успокоишься, раз тебе там это... У тебя нахуй вы занимаетесь трудности. Каким-то вздрочем, блядь. А чё, чат кому-то ебать нужен, что ли? Ну, блядь, нет, мне нахуй не нужно. Нахуй вообще мы тогда, блядь, сидим в чате, блядь. Давай закроем всех всю хуйню. И Вов. Хуйнёй занимайтесь, блядь. Что теперь с журналом нахуй мне делать? Ну, как бы до этого делается ги-журнал. Журнал боя. Общий журнал. Я в общий ебашу. Журнал ЕПГП, блядь. Причем мне нахуй твой журнал боя? Нахуй мне всрался, блядь. А, ну ебать, я же себе ЕПГП хуярю. Кирюх, ты не ори, ты просто параметры, блядь, убери и все. Все в звезде стоят. Когда, блядь, летит сопля, нахуй, перешли в крест, блядь. В квадрате стоит грудь один. Когда на вас, блядь, летит дебаф сопли, блядь. Никак не сопля. Сопля это, блядь, все направо, а вторая хуйня какая-то там другая, блядь. Надо выходить назад. Не помню, как он называется, надо, блядь, открывать. Ну, кстати, ну, типа, не надо, чтобы хилы, ну, чтобы вообще кто-то стоял. У нас должно быть 2 капа. Один под боссом, другой в кресте. Никто не должен быть ни в рейде, ни за рейдом, ни под рейдом. Мы все равно сейчас будем в изи делать, там будете за лужами смотреть, блядь, и все. Все стоят в звезде, когда летит сопля, переходят, блядь, направо. Когда вас летит... Как этот дебаф называется, блядь? Метка безликого. Метка... Это которая хилит? Да. Метка безликого, значит, выходите назад с рейда, вот сюда, где портал Лока стоит. Вот сюда выбегаете. С ней не слакаете. В звездочке будет стоять лужа, в нее заходите, в ней увеличится урон и уменьшается расход маны. Груди, стань в звездочку, не надо тебе в квадрате уже стать. Убери нахуй туда квадрат. Мы же тогда всеми вообще хилами стояли, босса били и ману себе регенили. Все хилы могут стоять в мелизоне, ману себе регать. Я просто не знаю, все нужны, не все, блядь. Ну это как бы похуй. Лучше вообще, вдруг кто-то будет туда бежит далеко, его не прохитят. Пускай ДЦ стоит тут. Подожди, надо сейчас еще перемешать. Подожди. Убрать сюда. Тём, ты чё, сальтухи крутишь? Капахи крутит. Пока лужа не будет, не дамажим эти костры. Пока лужа не полетит, никто не бьет, не тратьте ману. Она тут не регается. Кто этого не знает, услышьте меня. Эфорина, что там у тебя? Все стоят в звездочке, полетела сопля, отбежали в крест, появилась лужа, зашли в нее, начали бить. Все. Ласку на ап? Да. Все были готовы, слава, пуляй. На пулы все в вайда. Я сразу.
Зачем сейчас сразу Геру, блядь, если нахуй нету лужи, блядь, вот объясни мне. Блядь. Убежали. Убежали. Бать. Зашли в лужу, дамаж. Ебались. Раздуплитесь быстрее там, блядь, не спите нахуй. В чем проблема нахуй отойти? Бежать. Сопля на волшебнике. Вы можете выбегать, блядь, или нет? Кто там нахуй летает? Сейчас ГП начну хуярить, блядь. Кучно нахуй стали в звезду, прям кучно, блядь. И бегайте нахуй. Слава, прожмись. Жаль. Ко, бегаем? Не бегите прямо до креста, нахуй. Там, блядь, ренжа вообще 7 метров, блядь. Взрыва. Только молодец. Бежали. А, ебать, поднимай даун, значит. До креста бегите. Звездочку все, блядь. Не рядом, блядь, не впереди, не сбоку. Ровно нахуй в ней, блядь. Не слышишь? Нет, нахуй. Сова, блядь, ШП. Кто там, блядь, нахуй? Жаль. Не отбивает нихуя. Лоя, лоя. Хорошо. Бежали. Спору калите вот ту нахуй в кресте. Будете выбегать, трегайте там ман. Бежали. Ну, спору разобьете, нет? Побежали. Кому ману надо порезать, зайдите туда. Только долго мне не стоите на ебе. Забежали, выбежали, забежали, выбежали. Там не надо стоять долго, там стаки, там охуеете, сдохните нахуй. Келени, что у тебя не получается нахуй с меткой, блядь? Похилим босса, постоим. Слава, прожми. Бежали. Сова, стань звездочку. Сука, ровно станьте, блядь. Келень опять убежал. Выйди, Слав, Максим. Убежали. Телдрин, полой, сальво, ебани. Я сейчас в инвиз уйду, нормально. Убежали. На пулы обновили все. Далее повойду на пул. Миллизона тут спора. Ох. Сейчас она выйдет. Чуть-чуть налево, кольните ее. О. Все милики сместитесь направо. Молодец, убежали. Максим, что тебе не получается с выходом с рейда? Третий раз на тебе эта хуйня, третий раз хилится босс, блядь. Не-не, этот еще был на каком молодце. Хотя сейчас. Пишет на нем, блядь. Это. Миша, груди, вы там что, блядь, охуели совсем, блядь, или что? Станьте, говорю, правей, блядь. Славу сложила, блядь. Заебись, нахуй. Бэр его быстро, блядь. Вася. Забирай, захил его быстро, захил. Босс не хуй там, он уже груди наберет. Это груз. Води, блядь, смекалка, как в тот раз, блядь. Или волшебник, блядь. Бейте, как хотите. Ой, молодец, на пулы в смекалку. Роги на пулы смекал. Кен, блядь, есть нахуй. Много вообще у меня? Брать огромный. Ты вот сюда хуя. Это я скинул. Сейчас обратно. Блядь, опять за мной. Ты
сюда. На пульте все в смекалку. Берни тебя с моде, пускай дамажит. Войд, давай там это, набирай свой оброк. Ну это не Т5, блядь. Пёс, скидывать агро? Скидывай. Не надо ничего скидывать, вози, блядь. Где ты есть смекалка? Дай на тебя на пулю, блядь. Да. Сейчас я накину в дамаж. Мне надо ману порегенить. О! Ну ты точно на том боссе танк нужен? Да не, конечно, легче так вот, как ебанат. Нормально, хилим нормально, пацаны. Точно нужен танк, не? Ну, пацаны, метка там, что там, нормально? Соплю не видно, нахуй, блядь. Женек, подостери, нахуй ему метка, блядь. А нормально. Кинулась почему-то. Да может нахуй пойдем, чем уже ночью. Да, ложиться надо. А может вообще нахуй не будем сюда ходить? Интересное предложение. Давайте вынесем его на голосование. С магазина оденемся все, нахуй нам эти инсты, блядь. Отличное предложение, но я не готов поддержать предыдущего оратора. Без лужи ДПСа просто нахуй ноль, блядь, еще минус 6, блядь. Заходите все в лужу в эту зеленую, вздыхайте нахуй. Миша, что там нормально в луже мана регается? Может так надо под полтосиком делать, я не знаю, или почему-нибудь еще? Не думал об этом. Там, если что, лайфхак такой есть, 5 хилов можно подхиливать как бы одного танка. Ну, он зашел порегать ману нахуй в лужу, блядь. Кроме Миши, походу, танка никто нахуй не хилит. Всем похуй, блядь. Да, хуй забили. Чем там остальные заниматься, я не знаю. Просто, блядь, охуенно, блядь, хилимся. Хилимся, живем, называется, блядь. Вот, вот смотри, исцеление, полученное мной, блядь. Я себя хилю на, этот, на 200 тысяч, нахуй, на третьем месте. Где два друида, блядь? Ты, я до тебя не достаю просто. Ну так а под боссом ты стоишь? Стой в мелизоне, Вася. Бей его просто ветками, регай ману себя через печать и все. Не надо там со всеми бегать. Там, блядь, по пол хп босс отнимает, блядь. Это быстрый какой-то каст, была бы помощь хорошая. Стоите. Пускай Венесса и этот обосранец бегают. Суф, Ладомир и Груди, стойте в мелизоне, ветками махайте, но мана будет реситься. Там просто омоложение, блядь, и, я не знаю, там восстановление или буйник поддерживай на нем и все. Ты по мане от этих двух скиллов не сядешь, если будешь их кидать просто в танка. Предложу друидам вспомнить жизни цвет. Жизни цвет, да хуй. Тоже неплохая штука. Он откидывает, он ману возвращает, когда заканчивается. А. Ну. В смысле на 50%? Под бафом что ли или что?
Не говорить что, или вы сами сможете перебежать и увидеть? Да смогут нахуй, что они калеки что ли? Ну все, давайте. Ты один раз не сказал, трое улетело, как бы думай сам. ГП вхуяривать и все нахуй, сразу перестанут летать. Да че мне все палеными ножами притерясывают? Хилы. Спасибо. Резайте всех, ешьте рыбу. Я, короче, буду только метку безликого наносить. За лучше сами смотрите. Мне вот, вот такой вопрос просто, нахуя вам эти метки? Эти это какие? Ну вообще все вот эти 3D, которые стоят. Я вот хуй знает, мне они нахуй не нужны. Вот ты видел, как стоят люди? Вот так стоит, блядь, здесь стоит волшебник, вот тут стоит сова, нахуй, вот так стоит агонист, блядь. Охуенно, вот это именно в звезде, блядь, все стоят, все этим кемпом, блядь. Что нахуй не получается, я не понимаю, блядь, а потом, блядь, улетают. Странно, я в звезде стоял. У меня даже, блядь, комментариев нет на этот счет. У меня комментариев нет, у меня нахуй одни эмоции, блядь. Позитивные? Да. Женек дох, смекалка. Все были готовы, поехали. В Мелизоне, значит, холипал, суф, груди. На пулы вайда, пак д. Не с пула, раз. Кто-то прям сильно поклавит. Что там хуярит? Это хаос. Порову замели. Ля ты спалила. Ля ты крыса. Малыш, у тебя со зрением проблемы или что? Класс, блять. Как нахуй ты сдох, блять? Вот объясни мне нахуй. Лёша, у тебя конкурент. Как ты, блять, сдох? Алло, нахуй. Метка безликого, не знаю. Он бегал возле меня, я был с меткой безликого. Ты дебил, блять, или что? А я предупреждал. Его откинуло. Это последний раз, когда ты в рейд ходил с гильдией. Можешь ходить с пугами. Арина. Может, кто там споры тебя побьет? Слева вот эту давайте кольнем. По одному можете таману порезать. Груди, если надо, Миша. По одному. Миша, хуёво, лужа отмыкаешься. Может, будем влево убегать? Влево убегайте. Сейчас полетит хуйня, влево уходите все. Влево, не вправо, блядь, Лёша, лево и право, нахуй, руль, блядь, в какую сторону крутится? Ебать! Рум-рум. Пиздец, нахуй. Я тоже смотрел этот ролик.
Там даже, блядь, для дебилов на стойке написано, нахуй, левая, блядь, и правая, блядь. А теперь-то лужа пропала. Куда бежим? А теперь, блядь, убегайте в крест, когда лужа пропала. А что там по хилу? Почему босс опять хит? Потому что, блядь, выносим долго мет. Подстава, подстава. Смекалка и рога второй. Что у вас по набулам? Не получается. Меня замкнуло что-то. А что она прыгнула? По первой порочи она прыгнула. 380 замкнула или что? Ребята, вы разбейте какую-нибудь еще сферу, чтобы Владимир ману хотя бы под регину. Лоя, лоя. Сейчас справа от босса лопните сферу быстро. Пожалуйста. Все, Миша, иди. И у грудей там. Да, 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 и я тоже жду. Я прожимочку отдал. По одному. Венесса вот, вылетела, вот. Класс. Иди ресай, грудя. Васек, у тебя что там, тоже грудь? Есть ресай. Что с Дашей случилось? У нее вылетела, она сказала. Я просто послушаю. Сместитесь, милики, все направо. Все Друзья. Направо сместитесь. Проснись, Антон. Ладно, подрыв. Груди, суп, резайте, себя хитьте. Ну не стойте в луже долго. Отойдите направо все. В луже стоять долго нельзя, там 7-8 секунд постояли, ушли. Груди, зайди по резной маске. Зайди, порезай, порезай. Да, я уже порезал. У тебя мало. Я вижу, 20%, Лоя. Иди в РДД там постой. Вот как Лоя выносит вниз, так же может все мы должны выносить. Он сейчас отхилил, ровно 0 босс. Почему? А, Гера была, да? Вот спора справа появилась, разбейте ее, хилы резать будете внимательно. Малыш, 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 малыш. Поярит, поярит, хилит. Малыш, хочу какать. Ребят, вы не обижайтесь, вы или научитесь играть, или вы больше ходить в рейде с нами не будете. Есть нахуй YouTube, где можно посмотреть видео, это нахуй не 2009. Это 99. Ты чё? 90, говоришь. Келени. Так, надо где-то спору рэпнуть. Он разбейте спору, ту, которая лоу хп. Сейчас будете выносить налево, не направо, а налево. Мишаня, а пойди я... манку там подрезайся чуть-чуть. Грудик, грудя нас... пошел, грудя пошел. Стойте. Да куда убежали, стойте? И стойте все в звезде. Новая появится лужа, потом перейдем. Да. Груди, груди. С рейда. У меня YouTube есть. Резайте ману там. Смотри. Ебанешь, я захилил. Так, вот эту спору надо... Слава, отводи босса правей. Палец.
Отводи, отводи, отводи. Миша, один. Кто-нибудь по очереди резай эти ману. Миша, иди рез. Миша, Вася, вдвоем, только аккуратно, блядь. Нам ДПС бы хотел бы в хейме бить его, но вот... Да, ману, да, да, да. Вот именно туда берцы. Если бы еще не хилили, так яро. Они 10 вообще... раз, блядь, уже ману заливали себе. Кто? Хилы. Я Ладомир. Ладомир, Вася, у нас вообще, блядь, три хила сейчас. Тут это все грамотно делает, тут хил-то особо не нужен. Если вот не хили босс, ну вот это метку выносить, чё-то. Как а что, если половина в глаза ебутся? А какой грамотности идет речь, блядь? Короче, знаешь, кстати, нормальный идол, я вообще сказал, хороший. Мы 10 лямов ему отхилили. Да, вот за него сейчас бы Дениска писался под радости, блядь. Я тут дерьма ебану, конечно. Так, плечи никому не надо. Что значит офспех на мага, блядь? Это как нахуй? Это на фаера, ебать. Ну, ты будешь все брать на... за ГП, нет? Буду. Кирюха, ты сильно не обессудь меня, я, блядь, не специально нахуй так. Первый раз здесь, ебать, ну... А YouTube что, не работает? Нет. Да, блядь, смотрю нахуй, я тебе говорю, до этого босса еще не достал там трехчасовое видео, ебать. До этого босса только вот с вами достал. Я понимаю, что сложно меня таскать и учить нас, но, блядь, я не так есть тактики, которые напечатаны, можно проебал. Прочитать. Просто прочитать можно, что босс делает. Все, буду знать, что обязательно прочту. Вот после рейда обязательно прочту. Так это до рейда надо делать. Да тут дело не в том, что ты тактику не знаешь, то, что ты не исполняешь. То, что тебе конкретно РЛ конкретно вот сказал сделать. Тебе это типа нужно увидеть вживую, а не помимо этого. Помимо сейчас будут исполнять, блядь. Чем здесь просто вживую или не вживую? Тебе сказали, стой, блядь, в этой звездочке вонючей. Ты просто заходишь в звездочку и стоишь, никогда надо. Когда не надо, не стоишь. Вот и все. Так, ладно, надо подняться наверх и запустить всех этих педиков, блядь. Так, сейчас я перейду. Стойте тут. Не догоняю. Чего такой слабый дебил у этого босса? У меня особенно. Что? Да, что у меня ДПС сейчас слабый был на этом боссе. Там хасты режет миликом 20%. Минус 20% рейтинга скорости. Вы все хранителей запустили? Так, да. Все, вижу, Мимирон, Фрея запустили, все спустили. Все стоят здесь. Все. Слава, ты знаешь, что делать? Ты про что? На этом боссе-то я все знаю. Ну, конечно, на этом. Так, не спекаться там. Да. Тут слишком дохуя сейчас объяснять людям, потому что, ну, кучу... Это пизда, нахуй. Так, срезать отсюда убрать, литературе сюда, срезать сюда. Короче, видите, баба в центре стоит? Будет выходить трэш, при убийстве моба, моб лопается, наносит урон, эту бабу будет убивать. Вот после того, как она сдохнет, типа запустится босс. Запустится босс, начнут появляться, блядь, руки такие, которые щупальцы такие, блядь, как у осьминога нахуй, с земли. Одни должны заливать милики, вторые РДДшники. Большие, которые берут, могут взять человека, схватить, их заливают РДДшники. Маленькие эти щупальцы заливают милики. Плюс ко всему, у босса с башки будут такие 4 луча появляться. Так вот, раз, два, три, грубо говоря, как пирамида четырехугольная. Так, раз, два, три, четыре, блядь. Если в этот луч зайдете, сдохнете. Он просто стоит на месте. Надо просто, блядь, разуть глаза нахуй и в него не бежать. Все. Нихуя в этом сложного нет. Когда будет появляться, блядь, комната, там будут такие порталы,
по периметру здесь по комнате. Все РДДшники, блядь. РДДшники же, да, в комнату ходят? Или милики, блядь, похуй. РДД обычно. Самый топовый ДПСер туда ходит. Ладно, тогда РДДшников оставим тут. Возьмем с собой только тогда в комнату. Да смысл его нахуй, не знает нихуя. Ладно, какие короче, первая, вторая. Вы не говорите, какие милики там у щупалец отражение ебаное. Они просто себе ебало разорвут. Там должны кастеры быть нахуй хуячить. Совы, шипы, там вообще инсталок. Ну вот я сделал, да. Ты видишь, третья, четвертая, тупо РДДшники. Нет, просто у милики в комнату. Третья и четвертая будет заходить в комнату, разъебывайте там все нахуй, так вот эти щупальцы, хуюпальцы, всю залупу, блядь. Потом бежите в конец, там будет мозг. По мозгу начинаете заезжать, ну, наносить урон. Наносите урон... Кирюх, в комнату одного хила нужно, это 100%. Понятно, пойдет в комнату туда с вами Вася. Это кого? Одного нужно выкинуть. Там 10 человек. Какой нам этот вагон? Давай Владимира. Владимир не массовый. И смотри, мы с тобой сливаем, щупальцы только, ну, первые, и стоим АФК. Стоим, ждем, пока там ШПшка, ну, ШПшники и совы там разъебут, короче. Короче, вы убиваете все щупальцы, потом пробегаете в следующую комнату, там будет мозг. Начинаете бить мозг. Видите, время комнаты заканчивается, выходите с нее. Если вы оттуда не выйдете, вас возьмет в МК. Потом, когда появится следующая комната, зайдете туда опять, соответственно, блядь, и должны его мозг этот убить. Я задам щупальцы. Там же в комнату только 10 человек пускают, правильно? Короче, подходите. Люди нихуя не поймут, пока вот это вот пиздёж. Это все подходите хуйня. Сюда, мы все хранители запустили. У нас сейчас там должно добавиться ХП, бля, вся хуйня, бля. Про лучи говорили, про зеленый, про красный. Про что? Всё, охуенно, погнали, попробуем. А заткнитесь, блядь, про что? На второй фазе будет, короче, красный луч между двумя людьми. Его нужно снести, пока он белым не станет. Если не снесете, он там ебало разорвет. Спасибо, потом... Денис, молодец. Зеленый. Подходите все сюда. Встали все так одним кемпом ко мне, блядь. Танки туда под босса. Мобов этих собирайте. Ханты напуливайте мобов на танков. Встаньте, сука, в один кемп. Не надо их бить, блядь, Антон. Подходите сюда ближе. Танк, мобов пиздят РДД. Резко, нахуй. Прохиливайте все это дерьмо. Встаньте одним кемпом. И хильте. В лужу в эту не становитесь. Назад отошли чуть-чуть. Мобов собирайте. Срез, дай бдилку по этому по войду и собирайте мобов. Ладно, стойте одним кемпом и хильтесь. Никиту, тебе что, рейнджа не хватает? Ставить во всех? Не хватает. Смещайтесь левее. Левее, 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 левее. Вы те лужа зеленая. Смещайтесь. Прохиливайте все это говно. Собирайте мобов. Можете сделать там пару шагов вперед. Если видите, что лужа догоняет вас. Это все, давай, смотрите, сколько мобов, они нас сейчас просто закидают. Да, ну, самое главное, не сказали, в тучке нельзя наступать. Вообще нельзя наступать на нее, все стоят очень. Короче, все стоим вот так. Видите, туча, блядь, обходит сзади, подошли вперед. Видите, туча обходит спереди, отошли назад. Все. Просто на нее не наступайте. Одним кемпом, блядь, стоять. Не надо ближе подходить, дальше, блядь, подходить. Метку поставить, чтобы видно было, я не пойму, или как, нахуй? Просто на себе метку. Для себя усвоите, типа, ну, если ты наступил лужу, то ты гондон, короче, ну, автоматически. И да, можно стоять на месте, можно не бегать по кругу, можно стоять на месте, просто не наступать в лужу, все. Мобов этих бить не надо, блядь, миликам. Перезвоните. Если что, последнее. Уйдите с рыбы, а. Женек, Женек, резони. Если что,
Вот Асмодей, ты спулил лужу. Босс пулится не заступанием в лужу, а просто подходит в центр танка. В лужу нельзя вообще никому вставать, иначе их будет по две активироваться. Они сами активируются по одной. Если хоть одну наступить, то будет по два. И мобов мы просто не успеем залить. Ханты мобов по КД напуливайте. И мобов, у которых меньше ХП, играйте до конца. В комнату у тебя третья, четвертая пати, да? Да. Третья, четвертая, кроме малыша, вместо него идет Васек туда хилить. Угу. Престов по пати можно раскидать, чтобы они отхил давали. Не в одну пати, а во второй пати, чтобы тоже давали отхил. Ханты, нехилящиеся классы, маги. Сейчас сделаем. Так, а в эту пати мы сейчас сделаем как? Мы сделаем сейчас сюда два паладина от Стайла и Егора. Они бурей будут хилить, а сюда вот так ШП. А, так я уже во второй группе. Все равно. И иду. Что? Ты не перестал быть РДДшником во второй группе? Озвучивали третью, четвертую, поэтому я все хорошо. Все РДД идут в комнату, с ними туда идет Васек хилить. Малыш остается тут. 9 РДД и Вася с ним идет. Максим. Который к Елене. Ну. Опа. Вылетел, блядь. Заебись. Мы все равно сейчас вайпнемся, го без него, какая разница. Охуенный настрой, особенно когда человек вылетел, блядь, это он научится, блядь, убивать этого босса, блядь, когда его убить. Мы сначала научимся первую фазу переводить, там, вторую пойдем, потом на вторую. Вот нехуй, блядь, выдумывать, просто, блядь, не стоять в луже, блядь, пиздить мува, все. У нее 200к, там за каждого моба снимается десятка, нахуй. 20 мобов убить, блядь, все, пиздец, ебать сложно, нахуй. Интересный, конечно, плит идут 5 раз уже, нахуй, под 100 был, блядь, я в первый раз вижу эту хуйню вообще, что тут происходит, непонятно. Ты тоже не знаешь, да, Никита, что такое, блядь, YouTube? Ты сейчас да нахуй он не пёрся, там вообще, как бы, блядь, какие-то пацаны что-то делают, куда-то бегут. Понимаю. Охуенно, блядь, настрой просто, блядь, просто топовейший, блядь. Аж захотелось с тобой в рейды ходить и одевать тебя. Не писал ничего? Вагон просто. Ладно, нету его и нету, пуляем так. Раздупляйте все. Малыш Бестыж вместо него пойдет, значит. Ну чё, ёбаный рот, погнали на. Валера, что там у тебя? Валера, прием! Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Встали все в метку. Стоим все в квадратике. Хант, отойди сейчас, блядь, с лужи. Да ну, блядь, встаньте, сука, в квадрат, в один кемп. Нахуя вы так растянулись, блядь? Назад, 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 назад отошли. Никита, отойди назад. Задели, задели мы. Мобов забирайте, напуливайте. Подошли чуть-чуть сюда вперед, если не достаете. Прохиливайте это дерьмо. Вперед чуть-чуть сместились все в квадрат. Все в квадрат, сместитесь в квадрат. Прохиливаем, прохиливаем, прохиливаем.
вы сами смотрите, чтобы не стали стоять за деле лужи, но ебаный стыд. Ну груди, подойди ближе, ну ебать, Артём, ты что, задрачиваешь или что? Все это, понятно, сейчас закидают просто. Сколько у нее там хп? У нее отнимается вообще, нет? Нет, надо их заливать. Не заливается долго. Надо, чтобы умирал первый страж до выхода второго. Или не хотя бы... Вы стоите? Или хотя бы секунд 5, чтобы второй был. Их больше одного не должно быть здесь, вот этого? Нет. Не заливается. Должно быть так. Вышел, пиздите его, блядь. Вот он почти сдох, вышел второй, запиздили его. Они вот так 80 штук. Сорян. Я говорю, стойте в метке, нахуй, кучно, блядь. Груди стоит хуй знает где. Никита, блядь, не достает, я не знаю почему. Нахуй ты туда подходишь? Рейндж маленький. Блядь, я подхожу на максимальный рейндж возможный, чтобы... Ой, блядь, это делать. Мой последний трай был. Я все, я ушел. Что-то ты быстро сегодня. Да, я в смысле... Вообще, в принципе, ушел. Куда ушел? Я больше не буду ходить. Чё, никогда? Все, Вов, не будешь играть? Ну да. А почему? Можешь рофлить? Я на БК буду летать. Давай, удачи. Ну да, пока. На БК там проще если... вроде, чем тут. Не, ну если надо, могу аккаунт-то дать, если вдруг. Ну в ПМ напиши. Не, ну зато честно, чё. Похуй, 39-го спиздил, съебался. Это кто сказал, бля? И я, и чё? Да там пуха-то, крит, дух. Бля, мне пуха села. На файра заебись пуха. Да не, пацаны, правда, без обид. Все заебаты, как бы, блядь. Ну, блядь. БК это. Хочу поиграть больше. Так БК со второго числа, по-моему, не? Не, ну я сегодня зашел, потому что, ну, блядь, типа это, пообещал там. Ну все, уже завтра на работу надо собираться. Пьяный? Нахуй нам этот монолог? Уберите его из рейда и погнали. Давайте потренируемся. Папа, прошу. Давайте потренируемся. Валера. Давайте, если не получается ставить в одной метке, будем за по кругу бегать, их дебилы, блядь. Вот я пошел дальше, вот куда вы нахуй бежите, блядь? Ну вот сейчас вот эта метка запустилась или что? Че она загорелась? Это активация босса. Вот, выходит один моб. Выходит один моб, забирай его срез и водите под босс. Сейчас веду. Да, я МК стажательность. Ну, вот, дистанционно не умею. У нас есть ЛМ. Ну, ладно. Бери второго, первого залили быстро, 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 заливайте его. Второго резко. Вопрос об этом можно отправлять? Не надо. Они не агрят. Сколько у нее снимается? У нее за одного моба снялось 13%. Доигрывайте череп. Смещайтесь вот сюда вперед. За мной не надо бежать, видите, на меня хуйня, не? Ну слушайте, ну а че миликов нельзя сюда запустить, чтобы они аккуратно с танками нет. Переходили? Почему нет? Потому что они в лужу наступят. Отходите назад. Слевее, левее, 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 уходим налево, налево, моба забери. ДПС. Что? А так ДПСа не хватает. Уже ну, классно, а что делать?
Ну, чтобы грузы не наступали, надо это, как бы... Заходите миликов потихоньку. В танках пусть стоят, двигаются. За милики никогда не ходили ни на ком патчить, блядь. Все время эти мобы убиваются только РДДшки. Дерево. Левее, 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 левее. Проснитесь там, блядь. Там дерево уже, сил уже... Уже мобов крутил. Это обосранец, который, блядь. Да. Царь, просто царь, нахуй. Двигайтесь. У меня что-то стоит на улице. Лежал. На аптеку надо. У Сары, блядь, один хп. Один раз убили одного моба и все, блядь. Да. Вот ну, на этого моба, на этого бота надо РДДшников много, блядь. Да. Можно. Да, чтобы... Нахуя мы бегаем одним кемпом? Зачем? В смысле, зачем? Да. Давайте, ну, рассосемся, будем в лужах стоять все, нахуй, в разных. Нет, я не о том. Вот, в смысле, мне, допустим, за собой следить легко, а следить за тобой очень тяжело. Ты предлагаешь, будешь отдельно бегать от всех? Нет, я предлагаю, чтобы каждый просто следил за собой, вот и все. Туннельное зрение. Классно, а как хилиться, когда вот эта хуйня все залетает, блядь? Смотри, ну, я не знаю. Смотри, я знаю, как надо. Срез правильно сказал. Во-первых, в нашем актуале, в нашем шмоте не убить те МРДД, которые сейчас среди есть. Нужно миликов. Ну, вообще не убить никак, потому что, во-первых, два отвалилось, блядь. Их и так да. Нихуя не было нормального количества РДДшников. И еще два, блядь, ушло. Мы, блядь, просто, блядь, сейчас проебываем свое время, блядь, тренируемся. Непонятно нахуя. Ну, половине да. Тут вообще нахуй никому ничего не надо. Я пойду на БК, у меня болит яйцо, блядь, у меня болит голова. Меня замкнуло, блядь, нахуй. Парализовало, меня инсульт уебал. Не, ну яйцо реально болит. Не, я к тому, что если сейчас, допустим, продолжить трай давать, то нужно отправлять туда миликов. Но нюанс в чем? Моб, когда умирает, он взрывается. Он наносит урон, я знаю. Да, и есть и милики еще... сдохнут. Да, нужно отбегать как бы миликам. А вот в этом вся проблема. Если они наступят в лужу, мобов будет дохуя и будет вайп. Там вопрос в том, что, блядь, будет вот так вокруг лужи, блядь, ты пытаешься выбежать, а у тебя нихуя не получится выбежать. Ты наступишь в лужу, выйдет лишний моб, и ты потом еще сдохнешь нахуй. Ну вот, скажем, среза запакую, если и мига отправить, я думаю, они не наступят в лужи. А вот если Женька, я что-то хуй знает, я побаиваюсь. Ну, срез в танке, блядь, как бы, если шо. Ну я могу, да, я не наступаю пока в лужу, понимаешь, да? Давайте я буду с меткой водить людей. Пускай Дох, Артстайл и Телдрин. Да, вот хотя бы. У них у всех троих. У них у троих сильный клиф. Я надеюсь, у них получится в лужу не наступать. Дадим два трая и расходимся, нахуй. Я не хочу время тратить на это дерьмо. Ну, типа, если вот в модели Сары стоять, так, ну и чуть-чуть отходить, в принципе, не проблема в мире стоит. Отходите все сюда. Бафы проверяйте, все, все говно. По крайней мере, давайте попробуем. Получится, не получится. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Да, да, не щадите их, бейте без промаха. Так, смотрите, слева, справа идет лужа. Смещаемся за квадратиком потихоньку уже. Можете вперед сюда подходить и уходить налево, потому что лужи идут так, что они нас догонят в любом случае. Смещаемся, смещаемся, смещаемся. Забирайте мова, первого убили. Бейте второго. Смещаемся. Егора прохил, РСЛ. Видели, как, блядь, хуячит? Нормально? Да, нормально. Хорошо. Смещаемся, смещаемся еще. Идем, идем за квадратом. Там-то же хуйня кидается на вас, блядь, от Сары. Эта хуйня повышает урон. С ней, блядь, можете не бояться, а дамажить наоборот, блядь. Там увеличится на 100% урон по вам, но и вы наносите урона больше. Смещаемся, смещаемся, смещаемся. И бафает союзников. Эта хуйня очень интересная, блядь. Смещаемся сюда. Малыш, аккуратней.
скучней в квадрате. Моба, моба, забирай. И смещаемся, смещаемся. Проснитесь. Давай, 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 уходим. У нее 49%, еще надо трех мобов рэпнуть. Прохиливаемся. Заберите моба. Отошли. Заберите моба. Заберите моба. Я на таунт нажал на нем, что-то он не работает. Отходите от него, он сейчас лопнет нахуй, поубивает всех нахуй. Стали вот так в квадрат все. Прохиливаем, гим на хп дайте. Мобы лишние повыходили. Смотрите, мобов заберите. Так, Мишаня отъехал. Вася, подними его. Все, можно не поднимать, Вася, все, хорошо. Сука. Ну, в принципе. Я поднял бы, мне пофигу. В принципе, уже что-то начало получаться. Но в нашем гире в отсутствие еще и двоих, блядь, тебе тяжело, блядь. Я тоже считаю, надо это, на сегодня это успокоиться, там расслабиться, пивка попить. Не так, ладно, что мы убили? Что мы убили? Собрание раз. Потом Хадир 2, Торим 3, Везок 4. То есть 6 боссов, 4 босса, 600 ЕП. Всем спасибо, все свободны. Рекомендую. Кирилл, можешь... Друзьяшки. Можно такой вопрос от интимной таурены друиды? Если ты превратился в форму, ты можешь станить своим копытом? Ну, оно выкинет с формы. Выкинет с формы. Да. Ну, ладно, понимаю, спасибо. А то думал имба и не контрится. Не, оно выбивает с формы. У кого есть какие-то вопросы, я спрыгиваю. Чё, когда ты задавать? Те, кто не знает тактику почитать, реально, хоть что-то, какие-то скиллы, можно не умереть читать, просто открыть игру и тут... Что у тебя с микрофоном?